меня даже пульт от ворот есть, ребята. Нажали кнопку, ворота поехали. Сейчас двигаем. Двигаем мы сейчас. Да, кстати, можно без маски. Да, у меня сутенерская маска, она сетка, в ней можно дышать. Это отдельная история. Мы сейчас едем к Олесе, ее посмотрит форму Саня. Мы ее заберем, двигаем в Ашан за продуктами. У меня литр воды с брусневером в машине. После возвращаемся, буду яичницу с томатами. Надо выезжать, наверное, пока это. Буду посимпатичнее. Городочек. Леха. А вот океан. Александр Толь. На арендных машинах туристические номера. И они тебе. Слушай, наверное. Здесь Эстер Личер сейчас. Да, я... вот здесь и казино. Ну вот мы приехали в настоящее гетто. Райончик чуть-чуть более хардкорный. Тут жилье у Олеси. Сейчас Саня ее посмотрит. Посмотрим, как живут IVB Pro. За 4 дня до сцены. Посмотрим, как выглядит мой ответ. Вот она уже открыла, пойдем. Чувствуется прям, знаешь. Лесный, говорит. Здрасте, здрасте. Видишь, довольная, поспала. Пойдем смотреть. Даже мейкап сделала. Собака-то тут. Так, а что, дверь закрываем? Да, да, да. Да, я одна там. Быстрее выйдет. Свой, видишь, вставила. Я в холодке работаю. Плотненько клетика здесь. Ну, как бы да. Все, мы заняли все место. Ну да. Давай заходи, давай посмотрим. Давай ты заходи, я выйду, чтобы место было. Ну вот как вот, тяжело нам было. Ну, это делать. Для одного вот человека. Смотри, Толя. Да. Ну, ты не зато место, очень это такая кровать. Да. Ну, это для меня, да. А кровать это 4 огромная. Горшку. Понял, хочешь на горшок, заходишь так задом сразу. Понял, да, почему я к вам съебал на моментах? Потому что у нас здесь кофемашина, и печка, и микроволновка, и стиралка, и вообще все. Давай, ну хоть вода сошла. Не надо. О, я люблю стиральную машину, за свеженькие шмотки. Не, у нас здесь во дворе. Во дворе. Может, на солнце? Сейчас здесь посмотрим, и на солнце встанем. Передам. Привет, бедро, да, не? Вот так сделано сейчас, да? Вот. Мне дают? Чисто по плану. А мне нужно знать, я же не давлю ее. У нас же нет такой позиции. Еще раз фронтально встань. Вот наш фронталка там у нас. Вообще заебись. Вообще заебись все по плану. Даже не надо на что-то смотреть. Ну, ничего не надо. Даже здесь не надо смотреться, я, мне вообще все устраивает. Я и по коже посмотрел. Вода вообще вот у меня 4 дня вот так же глаза. 3. Что там, ауди, жарко сильно? Да охуенно вообще. Как на океане. Как будто в Португалии погода. Да, как будто в Лиссабоне мы. Стал делать последние манипуляции. Перегнать по остаток воды, который остался. Мышцы, ставок, как говорится, началась магия. Вот видите, два вообще подхода. То есть я ебошу 10 литров, у Сани уже водичка урезанная. Да, урезанная. И обратите внимание, что результаты всегда, если человек знает, что он делает. То есть схем море на наборе, на сушке, на подводке. И самое важное, это найти свою на самом-то деле. Потому что у меня сейчас воду заберите, как бы меня будет скручивать всего. Тебя сразу сложит, у тебя. Ну, то есть здесь опыт самое главное, то, что даже и я. И себя на... изучить. Да, я вот который опыт сейчас у меня есть, я сам на него полностью спотыкался, изучал.
Вот этот опыт я сейчас делюсь со своими учениками. Опять же, не всем подходит схема. Нужно смотреть, нужно пробовать. Да, некоторые люди без воды вообще не могут. Не некоторые могут. Легко. Вот я легко без еды зато. Я без воды. Да, вот я без еды, ребят. Я вчера, получается, завтракал. Потом в самолете 2 батончика, 50 грамм арахиса. И вечером вы видели салатик, да, в прошлом выпуске мы сняли. Мы сняли, наверное, да, еду нашу. Собственно, я не ел сегодня еще, я даже не голодный по факту. А будет еда у меня что? Там 8 яиц, пара желтков, один томат мелко нарезанный. Ну, как бы все, и поел, называется. Ну и огурцов. Все сугубо индивидуально, мы все разные, и каждому подход разный, вот и все. Не забыл какой-то ключ. А я говорю, остальные как бы делать, если тут банок был. Хотите меня тут, ну, снимать видео, я должен свои производства. Ну, это было, ну, это процесс. 3 миллиона рублей. Если ты прислышишь программу, сейчас упрешь, и дрон заявки, вам это нужно. Красота. Спасибо большое. А мне в ушах неудобно гадать. Ну что, друзья мои? Я же подсветку. Санька. Простите. С этого города я максимально. Конечно. Так еще же можно. Ну нам, Лёха, можно с тобой? Им нельзя, конечно. Подожди. Давай заново скажем. Кукурузные палочки. From Russia, this love. Yeah. Что еще есть? Пилька на камень. Аджика. Аджика есть. Аджика огонь. Да, я сейчас покупаю в Ашане в этой, в отделе, который все по дешману. Самое главное, это наши, блядь, бабушкины, блядь, дедушкины помидоры в банке закатанные. Вообще угар. Так что Португалия, да, ребята. Португалия для русских, короче. Португалия для русских. Ладно, пойдемте посмотрим, что пряники, кстати, еще обалдеть, смотрите. Пряники. Пряники кайфовые, ребят. В общем, это будет отдельный выпуск. Я люблю ходить по магазину на сушке. Я не знаю, всех порадует. Я не голодный, но посмотреть, особенно за границей, мне очень нравится, мне очень интересно. Поэтому теперь отправляемся закупаться. Будет много газировки. Я ее пью, вы знаете, это кола без сахара, то есть она мне еще может сегодня пригодиться, чтобы с едой, а загрузка уже будет идти с сахарными напитками. Я их хорошо усваиваю, у меня проблемы с газировками, поэтому это для понимания, для информации. Принципиального решения, фул решения по загрузке еще нет, но думаю, это будет батат в основном. Готовить будем, наверное, в духовке. Духовочка есть небольшая, но есть. Нам нужно немного косметики. Нам нужен стиральный порошок. Его у нас нет. Нам исхоз вещей. Нужны тапки самые дешевые. С закрытым верхом, не слипы. Ну что так, по мелочевке. Лехе бутылочка вина, да? На вечернюю. Леха красавчик, он же... Поймите, вы будете смотреть ролик буквально, да, наверное, сегодня уже вечером, который он монтировал ночью. Чтобы вы понимали, почему, да, вот человек приехал вообще, да, в Португалию, привезен компанией, он работает. Если вы хотите вырасти, хотите что-то добиться в жизни, попробуйте работать. Попробуйте делать то, что делают другие, попробуйте не лениться. И это увидят, это заметят, и у вас будет большое будущее. Короче, мы ищем стиральный порошок. Как у вас, ребят? Что они взяли? Поиск. Мы взяли стиральный порошок. А, да. Нам туалетная бумага. Сосиски в консервах. Там куча ее. Жителям воздуха надо? Зачем? Вот не воняет особо. Ну вы все знаете, что я люблю газировку, поэтому погнали. Какая-то забавная Фанта Мини. Я не могу не взять. Потому что она подходит к твоему цвету костюма. Да, она, смотрите, маленькие бутылочки. Они прям Фанта пиздюк. Фанта без калорий. Где-то там калорий. А, это да. У меня без калорий, я колу без калорий взял. Я очень люблю газировку, я попробую все, что у них есть. Это какая-то... С Гуараной, кстати. Прикольно, пусть будет. Так, Фанта с неизвестным вкусом. Подходит. Так, дальше. Наверное, 2 Фанты с неизвестным вкусом. Лех, ты будешь? 3 Фанты с неизвестным вкусом. С Гуаранкой брать тебе еще такую зелененькую? Для энергии. Давай. Так, где она? Тут я брал ее. Так. Ребята, естественно, это не сегодня, это с загрузкой. Эти углеводы будут учитываться к гарнирам, к майнам.
Так, что тут у нас есть? Спрайт. Ну, парочку спрайтов же можно тоже зацепить, правильно? Что-нибудь, может, поищем интересное здесь, но пока тут, конечно, поскромнее. Или башан небольшой, мы потом съездим еще. Съездим в другой, в любом случае, ради интереса. Время-то будет. Либо просто в Испании побогаче выбор, потому что, по сути, Испания, она побогаче, чем Португалия, это точно. Стекло, стекло, кола. Кстати, мини-кола. Это, видимо, тоже без сахара, без сахара, с кофеином. Сейчас мы посмотрим, кола с кофеином. И что у нас в ней? Значит, без сахара. Можно, мне кажется, ее взять, кстати. Да? Пропусти. Хорошо, прошу. Мы же вежливые. Мы же вежливые, ребята. Прийти у нас Саня, потому что Саня тоже надо чем-то угощать. Кола. Кола Original, не знаю, брать, не брать. Наверное, кола Original тоже берем. На самом деле, после чего будет удобно хранить, сплющивать. Потом металл мы на вторсырье где-нибудь закинем. В любом случае здесь есть места, куда можно его отнести. Так. Теперь вода. Воды нужно много. И для удобства расчетов я буду брать воду бутылированную. Вот рай мой. А? Вот мой рай. Монстр. Монстр. Да. Какие ты любишь? А, ну выбирай, что нравится. Лёх, вот это пизда тогда. А я коллаген без сахара нашел. Мне синий нравится еще монстр. Я в Испании его пробовал. Здесь я его не вижу почему-то. Вода теперь. По воде. Я смотри. Нормально же лузу? Да. Это на сегодня. На одного его. Это на сегодня водичка. Это водичка. Чайничек там вскипятить, что-то еще техническое. И, в принципе, есть шейкер, чтобы воду мерить. Мне так проще бутылка. Такую же можно взять? Давай сразу возьмем. Давай две возьмем. Кстати, кофе-то. О, смотри, какая живая. Где взяла? Там лежат. Сейчас я съем ее с голоду. Смотри, какая интересная рыба. Какая удача. Алло, привет. Страшная? Могу. В России такой точно нет. Я бы ебальник такой страшный бы запомнил 100%. Здесь осьминоги, у нас кальмары. Ну, цена, конечно, ну, приемлемая еще за форель, да? Салмон, это форель, как я помню, либо лосось. Честно, плохо с английским, чтобы посещать страны, нужно знать язык. Покататься. А, тебе сейчас? Ага. Ну, в общем, максимально плохо не знать языка и кататься по странам. Очень тяжело. Спасибо вот этому человеку, который все знает и нас за ручку водит, как детей. Да, Ромки, конечно, в чем? Уже высказал все в посте в сторисах. Да, мне жалко просто, что так получилось. Конечно, жалко. Про Рому с женой разговариваю, что очень печально. На самом деле, Катька, у меня жена тоже переживает, и эта история, конечно, такая. Да, смотри, вот. Оператор, здравствуйте. Короче, я с Лёхой договорился, он будет мне помогать тоже. Вкратце, что мы там еще взяли? Слушай, мы взяли донаты. То есть, в принципе, что-то взяли сразу под загрузку мне. По вкусу буду есть, по настроению. Очень мало сухого сыра, прям капля-капля она будет идти к рису, либо к макаронам. Чуть-чуть соусов для вкуса. Нам надо разгружаться. Огурцы взял на самом деле. Очень сейчас голодный, хотел взять протеиновый батончик, но собрался с духом и не стал его брать. Так что какие-то углеводы есть. И, в общем, вот хочу. Включил мужика. Сейчас лучше грызу пару огурцов в машине. Батат будет становиться в загрузке. В общем, разгружаем. Уже выпил бутылку воды здесь, пока ходили. Томаты. Это донаты большие для пацанов. Ребят, я вас угощу. Мы их ели в Испании с Ромкой. Ромка, донаты за тебя. Пленка для готовки. У нас два вида рыбы. Лосось и дорадо. Яйца, цветная капуста. Думаю, ребята, конечно, не оценят, но я ее сварю.
Прикол. Кальва, ребят. Кальва, арахисовая паста. Взял именно ее, потому что прикольно. Так, конечно, можно было любую дать арахисовую пасту, но кальва сначала добавлю. Откладываю сладости назад, потому что они мягкие. Обратите внимание, друзья мои, я не использую пакеты, когда покупаю лимоны, лук, одну штучку. Потому что пакеты – это лишний мусор, и нормальные люди так не поступают. Лёшка не ел хамон. Я взял лёгкий хамон, вот, потому что это вкусненько. Ну, если ты в Португалии, как можно не съесть хамон? Петрушку, ребята, я ем. А что не бывает? Петрушка, хотя бы один пучок в день я обязан съедать. Два маленьких соевых соуса, масло оливковое. Кстати, Португалия славится своими оливками. Считается очень-очень-очень, выигрывает кучу конкурсов. То есть оливки в Португалии, это прямо очень круто. Купили весы маленькие, потому что... Hello. Yes, we need, I think, four. Maybe more. Так. Сань, давай ты, наверное, будешь собирать пакеты. О, баночки. Иди собирай пакеты. Ты аккуратненько разберешься, да? Поможешь? Батат можно без пакетов, естественно. Это для дочки. Это для Арианочки моей. Она очень любит Орео. Естественно, можно было купить в России, но я обещал привезти, а у нас с дочкой есть правило. Обещание нужно выполнять. Цветные макароны, знаете почему, ребят? Потому что они цветные за счет овощей, у них больше пищевых волокон, а мне для пищеварения так комфортнее. Томатная паста, горчица, всего этого будет понемногу совсем, но присутствовать будет. Кофе. Капсульный, масло сливочное, козье, было под рукой, такое и взял. Это вода, а это не вода, это, кстати, ее. Заливать. Ну, я так, глоточек. Так, это вода на соревнования с сосочкой, чтобы, ну, не запортить грим. Так попроще пить будет. Чипсы. По ощущениям, если буду пустовать, буду подкидывать чипсы между категориями. Мини-напитки. Мини-напитки. Вот что мне сейчас можно будет выпить, кстати. Это вот. Телега? Сейчас 5 всех, кстати, почти раскидали. Стиральный порошок. Да, действительно, не подумали. Так, ну ладно. Но зато дважды ходить не придется. Газировку вы уже видели. Не забыть коллаген. Леш, скажи мне, если что, ладно, чтобы я один коллаген себе взял. Мы приехали сюда все пожизненно жить. И это не на пару дней. Это, блядь, на год нормальному человеку. А вот не нормальный человек. Да какой на год, ребят, тут батата ерунда, а батат как бы усыхает. Ребята, посмотрите, Лёв, внимательно покажи, что здесь происходит, чего так сколько. Что там, овощи, огурцы, ну огурцов там огромные, но огурцы пролетят прям на изи. Огурцы, Милка, конечно, огурцы. Что он начинает, вот петрушечка. Малёгенькая, могу сказать. Так, сразу лоб. Буду перекрывать тебя. Пытается меня дискредитировать, но у него не получится. Что ты делаешь? На нас, конечно, смотрят, как на обезьян. Это чувствуется, это. Но они видят, что. Потому что у него прическа необычная, вот и смотрят. У тебя необычная, у меня стандартная. Макарошки. Чипсы, да, вторую надо. Это ты взял? Для дочки ему. Для дочки. Я так же говорил. Для Кати. На подготовку. Для жены.
И прекрасно после соревнований. Это так вылетало, вкусно очень было. Сейчас проверим, ребята, работает ли карточка Ашана из России в Португалии. Поехали, сначала вода. Ебальник по ему напиться такую хуйню. Ну, да. Очень как жена там, блядь, пиздец. Ну, это люди едят. Я думал, нам понадобится помощь. Давай, Лёх, да, потом будешь снимать. Все!